Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала, с вами Михаил Сманцарев. Вот сегодня решил усовершенствовать немножко, точнее настроить зажим для телефона от серфинговой палки, так как купил себе телефон побольше размером, и он его очень сильно сдавливает. Поэтому решил немножко его настроить. Как это делается? Я просто подумал, что пригодится еще это кому-нибудь. Вот видите, здесь есть два шурупа. Точнее сказать, здесь не шурупы, а такие гаечки колпачковые. Их надо открутить. Здесь есть вот такие пружинки, которые одеты вот на это вот, на эти стержни. Для того, чтобы ослабить зажим, ну, примерно я откушу их по одному сантиметру. При помощи простых кусачек ставлю на место. И ставлю на место эти колпачковые гаечки. Которые, в общем-то, и гаечками не назовешь. Наверное, гаечка все-таки. Проверяем. Все, зажиматься стало послабже. Теперь у меня не будет ощущение, что телефон вот-вот раздавит. Думаю, что кому-то такой совет пригодится. С вами был Михаил Сманцарев. Спасибо за внимание. До свидания.